Алоха! Всем привет! Снова с вами Слэм, с вами Тафа. Тафа сейчас подойдет. И мы с вами смотрим ESVC вот в таком вот тоне. Параллельно читаю ваши комменты в группе SL4 Mini Sports Commentator. Кстати, туда вступайте, она будет основной на ладдере в первом сезоне. То есть мы будем в нее вас забегать. Так, зависло, есть классика жанра. Ты мне поставил бетономешалку. Да потом поставлю бетономешалку, здесь счет 6-3, Америка пока ведет. Короче, фишка матча в том, что на этот матч нам фактически не наплевать. Да, мы его с вами посмотрим, пронаблюдаем. Мне интересно просто, как Ария 51 будет играть с Непами. Этот матч уже будем смотреть после этого. А тут пока что суровый, интересный расклад. Повелитель врывается. Ага, и он мне фиксит. Да, все, все, пофиксили микрофон. Друзья, звуки игры скажите, пожалуйста. Я теперь просто знаю, где надо было включать микрофон и на какое деление. Итак, господин Тафа. Я уже здесь. Ну что, друзья, включились в матч. Какой-то бешеный график. Первый турнир, в котором идут игры нон-стоп. Я аж в шоке просто от такого, если честно, Слэмчик. Но... Аж в шоке. Аж да. В шоке. Ну вот и все. Так, давай проверим ту кнопку. Или потом? Потом. Так, ну что, погнали, друзья. Здесь преимущество ярое, конечно же, за ребятами из Ария 51. Во-первых, это Северная Америка. Ты можешь громкость, ты что с ней сделал? Да, да, да. Вернуть на базу? Да, могу. У них уровень вообще суммарный повыше, как бы, игры и... Ну и вообще, америкосы в такие игры любят играть, и у них получается довольно неплохо. Помним начало возрождения CS 1.6, начало просто CS 1.6, когда у нас были легендарные американские команды, вроде бы круто играли. Может быть, это вторая волна, нам будет гораздо интереснее. Это не вторая волна, это новая волна, я бы сказал. То есть тут все будет сейчас зависеть от того, как Valve в США будут продвигать свой продукт. Они-то просто знают, что в США он какую-никакую популярность имеет. Известно также, что Valve будут работать над этой игрой. Вообще, лично мое мнение такое, что это все придет к тому, что ее сделают free-to-play, и в ней будут продаваться разные модельки за бабки. Да ну это... Это будет не бред, это лучше так, золотой калаш. Так и будет, просто сейчас идет подготовка к этому, как бы, да? Реально. Хотят сделать вторую доту нам? Ну, я бы не отказался, если бы было что-то вроде Dota 2 TV. Пусть фиксят лучше стрейф и стрельбу, и слушают игроков, тогда будет все хорошо. Ну, они хотели сделать все на... точной механики, физики, да, то есть они по пропорциям подобрали, все очень-очень круто, я не знаю, почему народ недопонял. Ну, вообще, еще раз напомним всем по стрельбе, друзья, нет, вообще напомним всем, что ESVC 2012, прямая трансляция, да, Tafa Slam, да, три дня турнира нас ожидает, сегодня, завтра, послезавтра, ну и, опять же, по поводу стрельбы, вот CSGO, что реально, вот, чтобы вот что-то получалось уже у вас хорошо, ну и нужно реально порядка короче, 400, 500, ребята, 600, 700, 800 часов. Ребята, если вы колхозники, и вы хотите играть в CSGO, покупаем игру и играем, и выигрываем турниры. А если нет? А если нет, вы офигенные отцы, продолжаете смотреть в квадратики и в пикселе. Я сейчас, а зачем Трабли сейчас жахнул своего с ножа? Ну это ж Трабли, у него ник такой, понимаешь? Он ходячая проблема. Вот по жопе своему еще залепил вообще. Он его порезал, дал ему стекла по жопе. Да это вообще бедный бит. Лучший тиммейт на свете это Трабли. Еще и минус не дали сделать, кот лежит, взять нельзя, берет. Из-под девятки авик, ну вот давай, зажги, пацан, но тебя казнит Дейзи, ты падаешь. Немецкий мальчик упал, 9-3. Мне интересно, если немцев на этом чемпионате из Маус Спорт все отдерут, они будут мошнить или не будут? Просто это, знаете... От немцев предсказуемо. Немножко помашнить. Нельзя просто так под немецким флагом поехать на турнир и не помашнить. Ну, это немножечко не тот чемпионат, где они могут машнить. Да, на этом чемпионате на самом деле все получат огромную долю фана. Да, первый ивент, да, все хотят, народу много на стриме и все такое. Но здесь, кстати, GoTV доступно, оно доступно для всех, вы можете его посмотреть. Можете смотреть стрим-трансляцию, сможете смотреть GoTV, включить наши комментарии параллельно. Ну, а у нас тут, как видим, выход улицы и молотовы какие-то непонятные набыли. А, это вначале в будку давали с девяткой, чтобы никто не зашел. Вот пошел дальний от Хика на радио с прострелом. Здесь, кстати, часто, опять же, на нюке вот прострельчики присутствуют. Не, вообще, я не знаю, работает ли прострел. Вот один здесь такой, сейчас я его покажу. Вот он примерно вот так вот выглядит. Вот прямо в эту стенку берет, сжимает чувак. Я точно знаю, что вроде бы вот через эту штуку можно прострелить. Вообще изи. Ну, давай вернемся в игру. Все-таки, может быть, там немцы сейчас что-то попытаются сделать в атаке. Может быть, они супер вообще там в дефе. У нас будет такая very close game. Здесь пока что Эпрекс пытается за всю команду разыграть. Попадают там на дальний... Синг просто великолепно здесь разбирается с девятки. Ну, поздний Молотов здесь, в принципе, все сделал. Как бы вот, если бы он его не бросил, да, его бы там могли потушить на 9, но именно Молотов зарешал. 10-3. Ну вот видим, да, американцы уже против агрессивных атак в поздней стадии раунда изобретают с Молотовыми фактически.
моментально. А ну, слайм, бросает давай, вот туда, на одну надо. Секунду тут кнопку нажму я тут. Давай. Опа. Сидят такие два. Ну, нормально. Да, фончик, конечно, такой еще. Ну, шут. Ну, что поделать. Так, да, как-то так. Аркада лево-лево, вся команда сейчас Mousesports летит на рампы. Давайте посмотрим, здесь АВП их принимает, скалпы, и кто-то ушел, по-моему, на низ. Да, синг-синг. Ну, синг скалпы, а на низ кто-то уходил или нет? Синг-синг. Там снизу уже должен был чувак быть вообще по дефолту, как бы, ну. Ну, там сейчас будет Семфис в канал, в любом случае. Да, все, заняла защита. Здесь идти сейчас не имеет смысла. Вот дальше вилки даже проходить не стоит. Но пытаются выходить здесь. Ой-ой-ой, там на планете так. Семфис под флеш выходит, а флешоного апрекса забирает. Надо убирать. Дейзит, сокон, минус. Семфис снизу дает минус. В окна еще есть. Это Стаубас. Его нужно минусовать. Ну, это инфа была. Семфис, ну, есть. Тут уже была инфа, да, Семфис добьет. Ну, тут нельзя стрелять, как в 1.6, моментально думать, да. Здесь реально сначала. Лучше прицелиться. Слушай, просто. Вот ты прав, конечно, лучше прицелиться, но я вот иногда смотрю за этими ребятами, этими гитрайтами, форустами, и понимаю, что, наверное, можно стрелять как в 1.6, но, наверное, на это надо немножечко времени. Вот я хочу вот эту атаку посмотреть вот сюда. Очень-очень сильно, мне интересно, побегут, не побегут. Давайте, ну. Слэм, ну хватит. Нифига, да я люблю рисовать. В детстве не было красок и альбома, что ли? Да, в Counter-Strike появилось. Так, ну что ж, Молотов, будка. Начальный от атаки, чтобы не было аркады на инсайд. А, кстати, говорят, Молотов пофиксили, да, сейчас сильно, и он не так жарит, как раньше. Но он не так жарит, как раньше, но он все равно жарит. А, так, 51, что делают? 3 аплент, 1 будка, 1 на заднем, и перед будкой Семфи стоит просто в упор. Ну, вот, Хика лево-лево, традиционно на спуске, и где-то у нас еще один вот. Спуск дейзит. Здесь, кстати, играется так же, как в 1.6, вы просто чекаете вот с этого подъемчика, как бы, да, потом уходите, если что, вниз. Угу. Расклад в том, что ваша задача тут не попасть под флешки, как бы, потому что если вы под них попадаете, то вы будете стоять белый, еще спасибо, раз белый. Спасибо, Кэп. У тебя вообще белый. В 1.6 не было такой задачи. Это я смотрю, вот, кстати, улицу проходят, то, что ты рисовал. Пристройки, уже два игрока атаки, будет сплит на альфу, давайте смотреть здесь, кстати, на экс выход, будка и перестрелка с плунтом, откроет, не откроет, открывает, плент проходит, здесь падает молот, девятку, минус девятка от Некса, две головы, хорош, 2-2 ситуация, есть у Мау шанс остаться на А, но здесь забивает Хика в аркаде, ох, 12-3, первая половина, слушай, сурово разделали немцев, у них ведь национальная лига теперь есть, ты понимаешь? Ну, смотри, было три игрока в планте, плюс АВП в девятке, по сути, 4 человека было на точке А, и тут было тяжело, действительно тяжело выйти Mousesports'ом, не угадали они. В настройках поставь консоль от разработчиков и бинт для консоли поменяй, будет сразу работать. Вот такие интересные. Как открыть консоль в Go? Там надо ставить в настройках, друзья. Стрельба полная ГГ. Да не, стрельба нормальная, просто она другая. Ребят, через часов 5, когда вы поиграете, вы уже привыкаете. Да, через 10, на второй-третий день вообще все идет уже очень хорошо. То есть стрельба, она здесь просто другая, поймите это. Как бы, главное поковыряться в настройках. Понятное дело, что нужно учиться заново. Другая игра, все снова, с нуля. Новые фишки, новые приколы. Много вообще всего нового, это надо изучать. Я понимаю прекрасно, почему буяне там старики, пенсионеры, там старые кейсеры, потому что им, по сути, это новый вызов, им нужно заново изучать игру. Не-не-не, просто сейчас тема вся в том, что... Не, ну мой дед тоже говорил, что его Запорожец круче всех, там всю жизнь был любого Мерседеса. Ну все, ладно, молчу. Молчу. Не надо, конечно. Я тоже, я ж просто обожаю 1.6, люблю его очень сильно, но... Да все любят 1.6, друзья, это как бы неотъемлемая часть жизни. Моей это вот... Или там, но мне интересно, что, в принципе, половина тех же самых кейсеров в новой игре, все заново, новые герои. У нас пистолетка начинается, давай смотреть. Давай. Ария 51, США в атаке, Mousesports защищаются, и по сути здесь 4 раунда, и вообще пистолетки, наверное, может хватить сейчас американцам, которые через дымы, посмотрите, через фрешки пытаются, наверное, уйти вниз. Сейчас вот в этот новый подкоп, я его пока так называю. Новый подкоп. Да, просто подкопались, взяли под ангаром. Тут с двух сторон их неплохо принимают, минус один. Они каналку отбили, все, они длинный выбили. Стекла. По факту планты, здесь только нужно прочекать саму бочку. Вот с вилки идет какое-то давление, надо было его забирать, парня. Да, вот, все, перестрелка с плантом, с вилкой минус от синга есть. Неплохой TCK, проброс дыма, открытие на плент продолжается. Но вот 3 в 2 встали, и красный, по факту вот, стоит, пытается пропрыгнуть вот, в плент. У Хика TCK, какая ошибка! Вот Апрокс, да. Трабли. Трабли надо было просто убить у каналки. Они решили в этот перекрестный огонь безумно выломиться. Вот поэтому американцы как бы... Бешеные! Нельзя так делать! Надо было просто убить и выходить. Они взяли, вышли и отдались. У американцев крутая только что была закупка. Они, на самом деле, пистолетка нужно было смотреть. Они брали разные пистолеты. У них был вот этот мой любимый сумасшедший
пистолет, брал Хика, в котором 30 патронов, и который, вот, я как говорил, уже снимает Патриса Клсов, и хедшотом забирает с первой. Ну, в общем, продолжаем просмотр. Улица пока никого, мы видим, у атаки пусто. Ой. Да, я вот тут пытаюсь на автодиректоре смотреть. Ну, что, да, трабли на пленте занимает. Ну, тоже в антифлэш позиции стоит. Кстати, с плента вот тут... Интересно, слушай, они все встали, чтобы 9 прострелить. Ой-ой-ой, с пистолетами! Начали простреливать девятку, эх, пустое это. Никого в ней не было. А что, Глок прошивает крышу? Да, пистолет вообще здесь должен прошивать все. Опять же, реалистичность. О, боже. Посмотри, что творят вообще америкосы. Это я не могу, ну они тут устроили. Не, очень интересно, что новые приколы. Пацанам весело. Верни директора этого. Автор-режиссера давай. Пацанам весело просто. Они тут решили посидеть в помойке. Тут еще помойка какая-то, знаете, вроде мусор лежит, да, а раз и нет мусора. Ого. Ну что, вот они сидят здесь на респе все. Ну все, что, они ждут. Что по экономике в тот момент происходит? Как, так же осталось? Денег болт? Ну да, денег болт у тебя остается. То есть один эко ты играешь. Но здесь они просто на килл хотят сыграть стопудово. Ну, что-то 26 секунд, по-моему, пора... Не, да им можно здесь отсидеться, в принципе. Им там дадут плюс 1700 каждому за инком. За луз, да, Слэм. Раунда. Что это? Это автомат, это бизон. Это... Как тебе объяснить? Ну, 3-2, короче. Тра-та-та-та-та-та, морковка. Только гораздо круче, да, стреляет? Ну, нет. На самом деле она не такая мощная. Тут вот если с дробовиком бы он стоял, я бы еще понял. Да вообще я считаю, что там с дробовиками на эко будущее. Слушай, американцы какие-то вообще, да, американцы. Просто отсиделись в РСП с глоками. Не, ну а что, сколько им дали? Надо посмотреть, сколько им дали по инкоме. А мы не можем посмотреть сейчас, потому что не такое еще GoTV, как хотелось бы. Вот в разделе деньги у нас нету денег. Ну да ладно. Ладно, смотрим за продолжением. 12-5 по-прежнему американцы ищут себя в атаке. Первые два раунда не прошли. Сейчас смотрим, у них хорошая там скупка по гранатам. В принципе, ну не самая полная, но гранат немало. Есть, да, девайсы, TCK. Интересно и тоже. Сейчас, идет. Наверное, будет выход на рамп быстрый достаточно, потому что они сразу там прогнали до радио, остались, постояли. Нет, не стали заходить, ждут поджима мейна. Холд. Да, Хико прошивал крышу. Их вот. И дымили. Ну, короче, они заперты в инсайде, и у них будет отсидка. Маус просто будут ждать выхода на себя. Ну, смотри, трое на пятачке, двое. Че, 5-5-5 галилов. Есть раз, два, две флешки есть у атаки, есть два дыма и граната. Вот как они ее потратят, не ясно. Но я думаю, что все-таки логично было бы протаранить раунд. Ну, вот смотри, Синк идет налево-лево. Ой-ой-ой-ой, Некс слышал, моменталка. И минус от Синга, найс, открытие с девайса. Ну, уже поздно флешка пошла, все да, равно поздно. Поздно пошла флешка. Ой, поймали здесь на рампах, сейчас можно щемить. Парень упал в плент, на тебе молотом. Трабли просто ставит, молотов упал, убирает Рамбли 7 физ, но здесь по разменам сурово. Приходит на хелп с трюкс. Окна есть, надо минусовать сейчас американцам. Да, так да, и делаем. Да, там просто бизон. Видишь, бизон ничего не смог здесь сделать просто. Против. Еще окна, Апрокс в окнах. Ну, его Апрокс последний, там на две точки его закрывает. Плюс меня Хика и того 13-5, друзья, или 14-5 уже даже. 13-5. Эх, ну Америка набирает. Америка набирает, естественно, это понятно. Вообще, я думаю, что они попадут здесь в топ-3, как минимум, этого чемпионата. Команда из США должна это сделать. Кто не знал, друзья, вот в том году на ESVC я комментировал Сур, со мной вместе комментировал его Сыр, вот он давал расклады по Сур-сцене. Еще бы ни хреново было бы увидеть здесь сурсеров типа CKRS, Динамик, канадцев. Очень хотелось бы за ними понаблюдать. Да вообще много кого хотелось бы за кем понаблюдать, и за Киричнет, и за Нави, и за Virtus.pro, и... За всеми там за. Ну, это все на Старладере, друзья. На Старладере команды с России, с Украины будут биться с европейскими коллективами, со звездами. И мы это будем с вами смотреть практически полтора месяца, вот после ESVC. Вы обо всем скоро-скоро узнаете. Но пока вам могу сказать, что покупайте CSGO, не знаю, качайте его, раздобудьте его себе, потому что стартует грандиозная аматорская серия, в которой будет немного команд и шанс урвать кусок пирога. Ну, дешево. Да, и эти три дня вы можете сейчас бесплатно играть в CSGO, качайте, да. Пока есть такая возможность в Steam. Ну, спокойно, Антек играет Ари-51, по позициям приняли, отстреляли. В принципе, никакой паники нету. Давайте посмотрим за Страксом, последним тут... игроком команды Mousesports. Ну, это уж по 250 и, ну, на голову, подождать на голову. Ну, все идет к тому, что Ари-51 сейчас добудет, как и НИП, вот две победы из двух матчей. Для Mousesports это уже третья игра, и... будет поражение. Я думаю, наверное, друзья, вам для вот первой уверенности поставлю прицельчик. Вот, наверное, такой.
Потому что, мне кажется, он вам понравится. Да нет, не гони. Ну, я с ним играл, мне понравилось. Ну, ты не ломай нам, пожалуйста, всем мозг. Вот, потому что, ну, честно, «Звездные войны». Да нормально. Поиграем потом. Тю-тю. Тихо, два бластера сейчас в руки. Не, просто по этому прицелу прекрасно видно, как бы, спрей. Вот на том у меня синеньком никак. Ну, не открывается прицел, как в 1.6, ничего с этим не поделать, поэтому мне неудобно. А с этим более-менее нормально. Так, ну здесь что? Занятие, а, от защиты стандартная флешбудка. Наверное, растянутся они. Слушай, ну бери его, я тебя. Да, один плент, один улица, один у входа, рамп тоже есть, чувак, и вот он трабли. Слэмчик, ну пожалуйста. Да, конечно. Не травмируй мою психику. Хорошо, я тогда сделаю вот так. Классик, давай. Вот так вот я сделаю. Динамик? И все. Да. Зачем тебе динамик? И вот так. Убирай его. Ладно, давайте смотреть пока тем временем на американцев. Они уже готовят плацдарм атаки. Только что мы видим, как Стракс видел игрока и уходит сейчас. Да-да, но там сразу сулиться бессмысленно. Там тебя могут забросать просто моментально с тобой игрока. А здесь открытие рампы, прострелки. Прострел под 9, нашив всего, чего возможно. Ну, могут сплитовать. Там, по сути, один Хика сейчас на скале остался. Я не знаю, что он там делает. Здесь пытаются Стакса поймать. За ним побежал кто-то из игроков американской команды. Нет, о, нет. Тут сейчас будет дым, флеш, все такое. Нет, длинный здесь не выбить. Тут что надо... там рампы тем временем? Давай туда, наверное, вот, переместимся. Да, а, уже выходят рампы. А, ну, здесь Хика пытается там с мейна еще отстрелить ангар. Вот Эпрекс на стяжке подловил на минус 50. Так, дым на стекла, выход рампы, ребят. Давайте сюда переместимся по-быстрому. Есть. О, вау, с минус 3. Хика размен улицы и один... 4, ну, удачи тебе, дружище. Короче, там уже все ждали на Б американскую команду. Я не знаю, что-то мы все-таки до конца решили идти. Тут на морозе Хика просто падает, бежит за ним кто-то, убирает с вертушки трабли в голову, но здесь запирает Струкс Эпрекс. Ну что ж, немцы будут стараться, как минимум, я в этом уверен. 14-6. Что сегодня на обед? Я не знаю. Я тоже. Я пытаюсь... добраться до нашего бара, там заказать кофе. А у нас снимают вот этот сериал какой-то сумасшедший. Мне просто очень интересно его посмотреть. Уже пару месяцев снимают сериал. Да они там они снимают какой-то вообще непонятный со своим сериалом. Лучше бы, не знаю, лучше бы порнуху снимали. Да ладно, вот это начинаешь бруталить. Сказал бы фильмы в студии «Приват». «Приват Юкрейн». «Приват Юкрейн», да. Ну, в общем, 4 улицы мы видим, 4 улицы, и что-то тут американцы решили быстренько пройти вниз. Да, опять все, уходят в подкоп, быстро. Апрокс, 24 сразу получил, пробегая, добили, да? Добили. Добили Апрокса, но тут сейчас трабли должен закрывать. Да-да-да-да-да, все, трабли знает, что тут уже прошли длинные, все, он будет контрить плунта, это дело дает. Уже флеш на плент, он дал молотов в окна, да, здесь влетает дым, по дым пытается выйти атака, трабли минус 7, пис падает, бомба вроде, нет, бомбу у ТСК, трабли дает инфу и видит всех, практически, кто там был. Да, ТСК сумасшедший вообще. Тут уже ставь босс пришел, кстати, на хелп, и по факту тут Дейзеду не выжить. Понимаешь, вся команда перестреливается, ТСК на морозе вылетает и ставит в дыму бомбу и умирает, конечно же. Он даже не успел там два шага от двери сделать, как получил по голове. Что-то парня так переклинило. Но видите, все ошибаются, все в процессе обучения. И ближайшие полгода будет очень интересно наблюдать за тем, как изменяется CSGO. Черт возьми, как изменяется игра команд, как изменяется сама игра. Ну и ждем наших. Как изменяемся мы, меняется наше мнение. Наши стримы, да, что там рулит атака, потом будет защита рулить. Ну, в общем, вообще первый год любой игре, он всегда супер интересен. Не, ну обрати еще, кстати, внимание, что игроки-то все адекватные. Здесь никто не играет Инферно. Ну, Инферно тяжеловато. Инферно, да, это очень тяжелая карта. Трейн тоже тяжело. На трейне, по факту, преимущество у атаки МХО, если правильно прокидывать, можно тупо выходить сотку, ставить бомбу и уходить. Кстати, знаешь, вот так вот, если будет продолжать играть Мауспортс, они, по сути, здесь, на нюке, здесь сейчас еще могут дать камбэк и заработать третью победу сейчас, в трех кстати, матчах. Сейчас, кстати, звездный час трабли будет с плунта разыгрывать, если они зачекали проход под 9 массовый. Да, и, ребят, если мы не ошибаемся, то получается здесь не будет стыковых матчей, здесь будут полуфиналы и финалы, то есть получается две команды из группы выходят, 2 из 5. Дальше. Оп, страбли минус. Дейзи. Да вообще, этот чемпионат, друзья, кто не знал, этот чемпионат планировался как тестовый турнир, который пройдет вообще на 8 команд. Все будут приглашенные. Призовой фонд не оглашали специально, дали только анонс. Потом Valve подтянулись и лишь сказали, ребят, давайте мы вам поможем. Слушай, ну он и так как тестовый все равно проходит. Ну да. Все равно не те команды, которые, я уверен, которые будут там через 3 месяца на каком-нибудь большом турнире. Да не, полгода, вон там те же Na'Vi пересядут полгода и все. И начнется штопание в пользу нормальных парней.
Да, может быть, появятся молодые звезды, да. Наши, может быть, какие-то звезды из Украины, из России, там, из Белоруссии. Плюс в том, что с России будет очень много игроков талантливых. Я уверен, что вот в этой игре там СНГ команды. Не, вот в этой игре СНГ командам не надо собирать состав только Украины. Надо. Вот Virtus.pro. Вот. Пытаются выйти сейчас опять в каналы. Выход на плент не получается. Вообще никакого тимплея у американцев нет. Вот стоит их начать принимать. И видишь, они не знают, что делать. Они вообще не знают, что им делать. Они... Потому что папки из 1.6 это. Они туда оп, не получается. И дополнительных раундов нету по раскидкам. Я смотрю, знаешь, они вот, по-моему, просто по какой-то инфе играют. И сейчас вообще не нравится. На нюке Ария 51. Они просто встали на хотя месте, они выигрывают 14-9. Не, ну что? Они выигрывают, да, они молодцы. Знаешь, вот сейчас можно делать ставки уже. Уже, не знаю, шанс того, там, я не знаю, на Моспортс 3-0 коэффициент. Да нет, 14-9 нормально, просто они, понимаешь, они сейчас особо сильно не парятся, я думаю, по поводу того, что их тут начинает Маус поджимать хоть как-то. То есть это абсолютно нормальная тема. Так, тут Молотов пошел уже на улицу, Эпрекс на приеме. Ну, там не только булочку. Молотов, там флешка пошла, флешила на троих игроков. Тут уже, ой, тут смотри, побежали с подсадки на мейн, падают, и перестрелка. Ну а зачем они в мейн-то полезли? Вот непонятно. Вот непонятно, но Хик уже успел пробежать на плент, и минус Трукс отлично забрал длинное метро. Смотрите, идут под 9, приходит плент будет. Next. Next пришел на хелп, вот он, эх, не добил бомбу, но вот он бомбер бегает. Это Синг, Синг пал, падает. Трабли здесь просто берет и закрывает, как надо бы всех остальных на коридоре. Альфу, на А идти. На А. Надо было идти на А. Один вариант. А, знаешь, там, понимаешь, вот просто... после минуса, когда ушли в подвал, дали минус сразу же там в подвале, надо было возвращаться. Они пошли на стекла, по сути, но как-то не уверен. Ну вот поэтому нам всем весело. Ладно, смотрим дальше, 14-10, и все-таки Mousesports смогут собраться. Я уже начинаю верить в то, что немцы сейчас американцам наваляют и сделают камбэк, и выиграют третью игру из трех уже на этом чемпионате. Я хочу посмотреть опять же на Эпрекса. Ну вот Эпрекс, давай. Молотов улица, а за красный он уже пропустил парня, но он не знает, что там есть за красный чувак. Он может думать, что там декой лежит, но декоя там нет. И чела за красным нет, убежали. Значит, не пошли они дальше, хотя я думал, что он там проломился, вот до сюда примерно. Вообще, за красный ящик здесь занимать тоже опасно, потому что либо вы проходите вот так, и вас еще отсюда могут закрыть. Вот так это все контролируется. Так, пока медленный раунд от Ария 51. На пятачке тусуется команда. Готовится выход на плент. Уже подоставали гранаты. Будет серьезная раскидка. Две флешки в дверь. Пойдет взрывают. Флешка из будки. Пойдет. Взрывают скрип. Да. И Ника прошивал в это время 9. И он, ой, Синг не заметил босса, но тот не справился с Дейзедом. Ожидал, по-моему, одного игрока в атаке на себя. Трабли дал размен по стику. Идет хелпа, Эпрекс, каналка минус. И... ну вот смотри, Хикаласт, раунд аркада была рассчитана на 4 человек. Один флешкой открывает дверь, второй чуть дальше прокидывает флеш там с респа в дверь. Один выкидывает из будки, второй из будки ему тоже помогает. Выходит, выходит 2 плюс 2. Хика прошивает 9. Перед момент выхода смотрит Б. В общем, раунд на 4 игроков. Еще ничего не ясно. А, вот теперь ясно. Тут уже ясно. В итоге 4 игрока вышли, упали. А Хика, который там оставался последний, он в итоге ничего не сделал. В итоге не был задействован. Ну, то есть, да. Ну, как-то его не использовали его. Если бы он пошел там на рампы, хотя бы что-то раскидал, он бы мог там стянуть на себя двоих игроков. Не, ну я думаю, сейчас уже немцев будет не остановить американцам, потому что... не, остановить можно, да, но, по-моему, сейчас у немцев идет подъем. Я даже представляю, что парни чувствуют, как бы, да. Да, там... у них все получится. Давай ТАП вообще. ТАП, Эпрекс. Эпрекс, знаете, сколько ждал, чтобы вылезти хоть где-то как-то? Как-то ну вот смотри, на данный момент уже поднимается статистика у немцев. Уже вот у Некса 20 на 18, 19 на 17 у Стакса. Там 4 MVP от только Некса. Апрокс, вот знаете, такое днишко плотное. 8 убийств, 4 ассиста, 19 смертей. Довольно печальная ситуация. У америкосов Хико 25 на 15 американцев. Извините. Так, вот тут сейчас очень хорошо. Американцы-то жарятся, сосиски! Хорош! Жареный американец, крутой американец. Так, поджарили TCK, первый фраг, по-моему, Смолту, который мы увидели на этом ESWC. Тоже историческое событие. Да-да-да, первый фраг на ESWC Смолотова, вот, который мы увидели с вами. Класс. Да не, просто сосиски. Понимаешь, им туда влетает Молотов, они вдвоем стоят такие и чешут. Такие, а что делать-то? А ты слышал вот этот? Они сами за этот молот. Ты видел эти новые приколы футбольные? Нет. Вот этот блестящий момент. Нет, не видел? Нет. Это недавно. Я вот сейчас прям, я сейчас прям подумал, что ты чокнулся. Из Лиги Чемпионов. Когда ты стал говорить эту фразу. Я же тебе говорил. Забыл, как фамилия комментатора, но он меня радует всегда. Ну, конечно.
Ну что, 14-12. Мороспорт дает камбэк, и нам становится гораздо интереснее сейчас наблюдать за этим матчем. Ну тут зажали на рампах, на приемнике с двух сторон уже вот зажали. Вот Став Бош поломился за Хика, Хика разыграл. Но Хика аккуратен. Какой-то неопытный, знаешь, вот. Хика идет из... 26 на 15, 5 MVP, 55 очков. То есть он вообще здесь истинный лидер этой игры, но это будет сейв двух девайсов, да, друзья. Да. Но все-таки, если ломиться, нужно ломиться как-то тимплейно, как-то вот Mousesports поспешили. Mousesports никуда не спешили. 14-12 уже можно не спешить. Просто сейчас Mousesports показывает своей игрой нам, да, то, что у Арии 51 все равно времени было больше, да, и больше народу как бы задрачивало, но по факту, как бы, немцы показывают, что дефенс здесь реально жесткий, может быть. Да, нормальный, да. Но они со счета с какого сейчас просто отыгрывают, да? Там не, знаешь, здесь просто какие-то мягкие Арии 51. Те же НИПы, они бы нашли бы вот методы и вообще возможности взять 3 раунда в атаке, уж точно. Ну да, поугарали бы. Смотрим на Синга. Так, просто проброс Молотова на подъем. Очень большой брак у Арии 51. Очень большой брак. Столько тупо сыгранных раундов было. Половина. Так, смотри, был проброс Хае Мейн. Вот по улице проходит у нас в этот момент 7. Чек ангара, видит ангар, не убивает. Вот перестрелка результата не дала, но под дым все равно выходят на рамп. Тут падает Молотов поздний. И он не влетел туда, куда надо. Это шанс для американцев закрепиться на железе, чтобы разыграть его. Стракс один хелс, он дает минус Синг. И сейчас будет минус от Хика, скорее всего. Там еще бомба упала, бомбу видели. Пошел Молотов, врывается, Дейзит минус. Стракс под девяткой зачистил, идет на окна. Ведь ангар минус еще, улица от Дейзита. И в ассисте Семфис, который в начале раунда как раз разыгрывал против ангара. Он, видимо, там сразу 40 плюс дал. Ну, подождем, 3 в 4, еще можно попробовать вытащить как-то эту ситуацию. А смотри, какой расклад, они проходят там улицу, пойдут в мейт. Покажи подсадку от атаки, только что какая-то они там замутили. Так, там не было подсадки, они просто выходят в мейн сейчас и будут ловить плюхи от Некса. Пропустили мы этот момент, ладно. Ой, Некс нашумело, тут в мейне. Вот, все, пошла атака. Да, вдвое в 9 поднимаются игроков американской команды. Они уже в девятке. Что защита? Некс минус Хика. 3 в 3. Ну... Девятка вышла и упор. Нет, Семфис разыграл. Семфис. Где же Ставбосс? Вот он, Ставбосс. Минус девятка. Плент. Минус плент. Бомба упала. Семфис ласт и... Трабли минус. Покарал. 14-13. Едва-едва. Вот Тарей 51 с колоссальным преимуществом не хватило, чтобы взять буквально чуть-чуть. Они бы взяли свой 15-й раунд, но, к сожалению... Для них Mousesports в меньшинстве оказались куда более коварными, да, ребятами. В этот момент у американцев мышки уже прилипают к рукам, все начинает потеть, все начинает дергаться. Начинает писаться письмо. Валь, посмотри, какой парень просто телепорт. Да, посмотри, какой. У тебя бежит нормально, а у меня почему-то он телепортируется. Оп, это Gunman Style. Gangnam Style, оп, оп, на-на. Ладно, ну что, посмотрим мы на то, как Трабли играет. Gangman Style, да. Гол к нам стайл, а тут открытие на рампы, минус 2 от ТЦК, в ассисте Дейзит против Струкса. Ставбосс спин убивает, там еще на улице есть игрок атаки, Трабли уходит в канал и готов принимать лево-лево не выходится, нужно возвращаться. Все, сейчас, да нет, здесь сейчас инсайд отсидятся, минус сделают, дождутся Синга, и Синг сделает весь раунд по факту американцам. Ставбосс тупо сыграл сейчас, надо было не отдаваться. Тут сейчас все вот от Синга реально зависит, как он разыграет с улицы в каналке, то есть вот слева чувак, он его видел, ой-ой-ой, все, упустило на... Вот если парни налево-лево пойдут на Апрокса, он должен уже привыкнуть и положить все. Вот он тушит, жмет, минус от Апрокса. Сейчас будет минус 2, просто там непонятно, что делает Синг. Вот Синг гуляет в каналках, ему надо бы выйти помочь, а... Все, зажали, бомба налево-лево. Да Синг, понимаешь, должен был выходить и помогать, он не должен был тусоваться в каналках. Включи нам Синга, вот он уже поднимается с рамп, слева и справа игрок. А, да, все. Все. Вот так вот. Вышел под флешку и нам на прощание белый экран оставил. 14-14. У нас ничья. Mousesports дает великолепный камбэк со счета 12-3. И у нас просто крайне напряженные два последних раунда. По идее, у нас ничья, да? Больше раскладов быть не может. Ну да, да. Причем 15-15. 13-2 первая половина. 11-2 счет во второй. 14-14 счет общий. Ой, жесть. 57 очков у Некса, друзья, пока он давит. Ну, и теперь уже и по деньгам, вот если бы тут было бы написано деньги, здесь бы было бы намного больше Mousesports, чем у Арии 51. Можем называть их Зона 51. Зона 51, да. Ну да. С ними все в порядке, я думаю. Так, Струкс. Ну это то место, где инопланетяне, типа. Так, надо посмотреть вообще, где там контакты были. Да, тут, по-моему, оп, так вот Ставбосс на будке, походу, ходит. Эпрекс улица. А Эпрекс, походу, видел вот этих двух кадров.
И дал инфу. Да, 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 он ждет просто, что кто-то пойдет в ангар, а должны уже знать здесь Маус. Ну, тут эти два кадра уже спустились снизу, а Молотов тут прикол мешает в том, пройти тут, дальше. Тут прикол в том, тут смотри, как решили проблему с парнем, который снизу должен заставать всех врасплох. Он просто стоит изначально в... нычке? Да, в ложном. Так, 70 да, много на конце. Летают флешки. Ангар да. Сейчас могут сбрить. Нет, ушел игрок в ангар. Тут тоже ребят не выходят. Минус от Дейзи, да. Пробили дальние, есть каналки. Но это все. Это так. Все. Здесь нужно Струксу дожидаться. Все, трое лево-лево, трое спуск. Сейчас будут выходить. Смотрим за этими парнями. Либо куда они пошли. Да, да, все, трое спуск. Пошел выход на Б. Один в канале, один в ложном. Вот ложный, помним, что сидит там парень. Ложный, да, ложный должен сидеть до последнего. Вот он сидит, ставится бомба. Дым, он шьет, попадает четко. Минус. И минус один только делает, зря, рано-рано вышел. Апрокс, Апрокс его сейчас щимит, посмотрите, он пытается в спину помочь. Ну, есть минус, убирает хорошо, 2 в 3, все равно бомба каналка есть. Каналка видел в каналке, здесь префайрсинг, и это the best of the best. 15-14. Ну, все-таки они вымучили. Американский этот коллектив этот раунд выдавил из немцев, как не знаю, но удалось. Но все в руках немцев, и сыграть 15-15 будет вполне логично. Очень обидно, если, вообще, знаешь, какая же там тащить, тащить, проиграть 16-14, черт возьми, как так? Не, ну да. Да не, бывает, знаешь, бывают такие моменты, когда ты приезжаешь на турнир, выигрываешь первую половину 15-0, а потом 27-24, едешь домой. Вот бывают и такие расклады, так что... Ладно, давай смотреть за продолжением этого матча, точнее за его концовкой, вот то, что сейчас придумают американцы. Синга уже один из хелсов, я не знаю, где его так потрепала жизнь. Так он там, наверное, наступил на шест. Скажи мне разницу между Молотовым и поджигательной гранатой. Никакой вроде не должна быть разницы. Ну, только то, что Молотов выглядит как бутылка шампанского, в которую нассали и подожгли, а граната у защиты выглядит как нормальная красная симпатичная баночка, на которой написано «Не трогай, взорвемся». Нормально я тебе писал разницу, нет? Да, да, я есть до меня? Сих пор в шоке. Стракс отличный с пульки, минус синк, убирает Хико. Ой, Хико Струксу просто не ощутил. Ответил точно так же, 3 да, в 3 уже. Просто унизил парня и... Ну, Дейзит уже снизу в подвале, он пытается уже тут вентиль залезть. Да не, он вентиль не полезет. Тут тема в том, что вокруг вот этой каналки здесь разворачивается всегда весь основной расклад. Трабли, какой прием. Хлопанул он там в подвалах. А тем временем еще двое пацанов идут только сюда, к подвалам. Что происходит? Вот я и говорю, американцы демоны. Делать нормальный раунд получается, а так им тяжело как-то играть. Сильная команда, я уже понимаю, что они вряд ли выиграют. Оп, тут выход на А пошел, мейн, перекрытие, и вот с мейна пытается ЦСК что-то сделать. Нет, 15-15 немцы берут этот раунд, и это хороший результат для команды Маус Спортс, друзья. Да, немцы берут... Ну что, у немцев, по сути, третья игра, 7 очков, в принципе, все довольно неплохо. Ария 51, это для этой команды была вторая игра, у них 4 очка, ну и тоже... В принципе, бороться еще могут. Основная борьба, как мы видим, будет между НИПами, Мау Спортс и Ария 51, вот Lowland Lions и Pro Gaming. Стоит добавить в игру огнетушители. Слушай, на самом деле я поддерживаю. Потому что если на тебя вылетает такое пламя огня, надо с ним что-то делать. Ну да, почему бы. Это вообще не какая-то космическая граната, это вообще нормальная вещь, огнетушитель. Так, что ж там еще у нас? Ну, давай посмотрим пока что на группу, потом почитаем наши социальные сети, там контакты, чаты. Ребят, опять же напоминаю, сегодня матч группы А плюс один матч группы Б. На данный момент вот такая у нас история. История просто роковая. Да. Ну, единственное, что тут надо мне сейчас кое-что обновить в этой табличке. Сейчас одну секунду, и я буду ее... озвучивать. Мне просто надо результаты проверить. Была ли сыграна вторая игра НИПов? Нет. А с кем сейчас НИПы играют в данный момент? НИПы сейчас будут играть с Ария 51, мы это с тобой будем смотреть. Не-не, вот сейчас они с кем играют? А сейчас они должны вроде как пропускать круг. Нет, нет, про гейминг-то да, они сейчас с бразильцами. Ну там играют. Какой-то 16-0, наверное, уже вот-вот вырисовалось. Сейчас ну там 9-6 в пользу НИП. Я, знаешь, я даже зайду посмотрю на это, потому что это стоит того. Ну, скорее всего, ребят, скорее всего здесь... Куда меня уже перекинуло? Здесь будет 16-0, не 16-0, а 3 очка у команды Ниндзя в пижамах. У них будет 2 сыгранных матча, 6 очков, и они пока должны идти со 100%. Нет, здесь 15-15-11 уже, 15-11. Можешь даже включить на экран раунд. В пользу НИПов. Ну давайте, да, досмотрим. Давайте кусочек еще этой игры, и после этого остановим запись матчем. Ну и, возможно, уйдем на короткую паузу. Возможно, она будет не такой уж и короткой, потому что НИПы с американцами будут играть в следующем туре, и мы ждем этой игры. И тут уже... Просто осталось добить. Ты видишь, бразильцы на нюке дали.
Ой-ой-ой, прогейминг, прием какой, дают гидрайд, забирают, плюют на ону. Не, ну вот бразильцы, что могу сказать про бразильцев, опять же, в начале трансляции я говорил, что ребята находятся на буткемпе в Европе, да, они где-то примерно месяца полтора уже тусовались в Швеции. Полтора месяца в Швеции они... играть в гоу, можно с ума сойти. Ну, они играли там, да, в гоу, нет, вот на уровне игры там против НИП, да, они себя будут показывать вообще всегда великолепно, да, любая европейская команда как будет вровень с ними стоять. Проблема глобальней просто. Есть такие парни веселые, как те же Ария-51, которые вообще знать не знают там о своем стиле игры и как их воспримут. Вот. И вполне возможно, что вся любая стратегия на этом чемпионате уткнется в то, что будет бегать какой-нибудь бешеный Мухаммед Али суперспаун мега-хита на атак и ставить три головы. Ну вот пока в его роль вызывается Xist, который просто уничтожает апленд с P250. Дает две головы, пытается отжать еще парня на пленте. Три головы от Xist из пистолета на эко, и это 16-12. Я думаю, 3 в 2 шанс мало. Я сомневаюсь в том, что Когу здесь тряхнет стариной. Вот, а контроль уже на точке. Не врывается бомба Xist, но нет, не будет Тейса. Xist-уха подвел. Походу не умеют просто бразильцы играть второй даст, потому что на нюке 15-13 с нипами вообще хорошо. Даст второй, даст, вот второй даст Inferno, это две самые мрачные карты CSGO. Их игроки будут играть все меньше и меньше, меньше. Не знаю, мне нравится даст. Самый движ это нюк Ве, миражочек, да, там, вот это нормально. Не знаю, мне понравился даст, мне нравится Inferno, оно сложное сейчас. Сейчас действительно тяжело играть на Inferno, но, не знаю, мне нравится. Все-таки это любимое наше Inferno. Как бы не побыть на нем, Слэм, ну, что, вернись. Вернись. Я просто параллельно напомню всем, друзья, что в чат киберарена.тв, группа в стиме, все туда, там все четко, все круто. Репортаж тоже на киберарене. Да, репортаж тоже на киберарена.тв. К этому турниру мы подготовились как могли. Не знаю, фактически ничего. Как и СВЦ, так. Как и СВЦ, да. Так и мы подготовились. Так и мы подготовились. Слушай, ну что, будет концовка от нипов? Я даже вот сейчас с твоего монитора смотрю. Да, будет сейчас счастливое окончание от нипов. Просто. Кажется, вот в этом туре будет. Их дефузами затыкают. 15-15-15-15, нет? Не-не-не, 15-15 нечестно. На тебе, говорит. Нет, РКЗ. РКЗ дождался, сразу схватил от Xist'а просто няшку, и все. И Xist здесь пытается. Ну все, походу. 3 в 2, не по большинстве. Xist выжил, да, все, трое в одного. Ой-ой-ой, как он там раскинул. Все, Getright такое не прощает. Ну все. 16-13, победа нипов над бразильцами. Вот теперь сейчас более точные результаты вам покажу. Подождите одну секунду, добавим про гейминг. Третье поражение, по-прежнему 0 очков у бразильцев. В принципе, у них уже в группе здесь на СВЦ все понятно. У нипов, для них это вторая игра, напомню, они первый тур пропускали, но уже у ребят 6 очков. Ну и поехали. Давайте взглянем с вами еще раз на таблицу и уйдем на короткую паузу, пока Слэм тут отсоциалится. Слушай, да я не отсоциалюсь, я просто стрим наш хочу выложить. Да, выкладывай. Итак, НИП 6 очков, Mousesport 7, Ария 51-4, ProGaming и Lowland Lions имеют по 0 очков. То есть основная борьба, конечно же, будет между нами. Нам уже написали, что мы предатели. Это, наверное, фанаты Сени. Я тоже фанат Сени. Частично. Как команды Na'Vi. Не, я фанат команды Na'Vi. Мне нравится команда Na'Vi. Да. Ребят, мы не предатели. Мы все турниры по 1.6 будем комментировать. Он будет один. Это будет Asus. Любой другой крупный турнир с большим количеством топовых команд мы обязательно с удовольствием прокомментируем. Вот только он будет. С удовольствием. Да, мы с огромнейшим. Просто пока нет турниров по 1.6, мы решили вот постримить гол. Да. Ладно. Да нет, друзья, серьезно, давайте смотреть... Реально, да, вот есть CSGO, да, вот примут его про игроки или будут сидеть вонять, орать и говорить, что типа фу, говно, да, давайте нам другую игру, пусть сидят дальше. Но другой игры нет. Нет другой игры, все. Какой-то мифический новый Counter-Strike, который разрабатывают, про него тоже все говорят. Мне вот интересно... Промод, в смысле? Да или... какой промод? Зевс там типа своим этим подаваном юным говорил, что там новый CS выйдет, все будет четко. А он-то откуда знает? Он в Valve работает, что ли? Откуда он знает, что новый CS будет как 1.6? Может быть, у него есть, там, не знаю, свои информаторы в Valve, свои шпионы. Я, например, знаю, у кого есть информаторы. Я вообще не хочу говорить, там, вот это мне не нравится, это вообще война. Все, да это не война. Все, играем дальше, все нормально. Что, хотите играть в турнир? Войну из этого просто делают, вот, опять же, те, кто набрал медийную мощность, как бы, да, игроки, которые, только чтоб у них на сайте там посещаемость была, как бы, и все, вот к чему это делают. Да нет, успокойся, все нормально. Не знаю, мне нравится комментарий, мне нравится суть та же, тот же CS. Да. Мне очень нравится. Вообще, ты знаешь, я люблю комментировать, и сейчас вруби Battlefield или код, мне все равно, поехали. Ну, главное, чтоб... Все было четко.
А я пока что твитаю наш мега... А, еще надо сделать оповещение. Ну, давай я сделаю маленький анонс. Тогда у нас, ребят, следующий матч Ария 51 против Ниндзи в пижамах, а не Женипы. Это игра, ну, где там, давайте напишу, 14.00 по Киеву, 16.00 по Москве. У нас тут есть тоже свои приколы сейчас с таймингом. У нас час изменения стоят в нашем таймере. Но уже не забывайте, как неделю. Разница во времени между Украиной и Россией 2 часа. К сожалению, вот и будет это до весны. Очень неприятная штука, но что поделать. Ну а мы возвращаемся, точнее уходим пока что и скоро будем возвращаться в игру между командами Ниндзя Пижамах и Ария 51. Это, наверное, будет ключевая игра для американской команды, потому что если они не вытащат этот матч, то, скорее всего, именно Мауспорт займут либо первое, либо второе место в этой группе. Но тут тоже нужно будет до конца разобраться, как же проявят себя парни. А вам пока напомню, друзья, что мы сидим в Твиттере, хэштег КССЛТВ. Пишем в нем, пишем в нем.